очаги. Вот, начали мы смотреть сзади, уже здесь куча людей и лазают всякие маленькие дети. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас солнечное, доброе утро, и мы со Степой, папа наш сегодня на работе, пошли смотреть парад, как это сказать, пожарной техники. Будут представлены вроде бы раритетные какие-то пожарные машины. Сейчас мы все посмотрим. Вот сзади меня уже некоторые стоят. Очень много представителей МЧС фотографируются, видимо, частями своими. Три машины вот там стоит. Что, Стёп, скажешь, пойдем смотреть? Пока еще все только готовится. Мы тоже пока не знаем, откуда что начнется. Все еще рассматриваем. Пойдем ближе, подойдем вон к тем машинам. Не хочешь поближе подойти, краники посмотреть вон там? Боишься? Все, поехали, да? Да не бойся! Чего ты боишься? Смотри, какие большие колеса, да? Вон наша восьмая часть поехала. Вон, видишь, восьмерка, это наша. Которая около нашего дома проезжает всегда. Вот куда они дальше поедут, непонятно. А, вон туда они. Так, и куда нам теперь идти с тобой? Сейчас будем искать. Туда, наверное. Ну вот, пока идем дальше, покажу, что случилось с нашим ледоходом, который показывали. Вот лежит лед по берегам. А река уже вот такая стала большая. Смотри, там капает, капает. Где? Вон. В дырке. В общем, пока мы ничего не нашли, и все куда-то быстро рассосались. И детишки, которые были, да, Стёп? Ага. Аккуратно. А вот как речка, видишь, разлилась вот эта маленькая тоже. Ага. Большая, да, стала широкая. Поднялась вот это. Кстати, замки вот здесь была, целая куча замков, их все убрали. Теперь стало так чистенько. Мы сейчас пойдем дальше, вроде бы на Новособорной там еще что-то будет. Какая-то выставка. Ну, этих же машин, они должны приехать на Новособорную. Вот мы не знаем, то ли мы опоздали, то ли еще ничего не началось, но я не вижу здесь, чтобы где-то строились пожарные машины. Пойдем смотреть дальше. Смотри, фонтанчик еще не работает. Мам, а дай мне походить тут вокруг. Вокруг? Давай. Да не бойся. Поворот. Поворот, идем дальше. По фонтанчику, да? Там немножко водичка вон там есть. Ну, он должен заработать, Стёп, сейчас уже скоро. Сегодня? Ну, на выходных, я думаю, он должен заработать. А дальше? Едем мы со Стёпой дальше в сторону Новособорной. Заодно посмотрим и покажем, как у нас почистили город уже от зимы, от снега. Сегодня, кстати, городской субботник. Ого, сколько шишечек. А у меня сейчас некуда их складывать. У нас же есть шишки. Хорошо. Но в следующий раз придем, соберем. Ехать нам две остановки, но Степа сказал, что он доедет легко на своем транспорте. Поэтому идем сейчас, будем подниматься наверх. Город еще не почистили. Вот такой слой пыли везде. Еще ничего не убрано. Степан поднимается наверх.
уже начинают украшать к 1 мая и к 9 мая. На зданиях, на многих уже развешаны флажки, флаги. Мы приближаемся к Новособорной площади. Дошли мы до Новособорной площади. Здесь людей не очень много, сегодня рабочий день. Ну и вот так тоже украшены здания Тусура уже к 9 мая. Здесь будут трибуны стоять на 9 мая. Нет, Стёп, мы туда не пойдем. Вон туда давай посмотрим, там есть что-то или нет. А потом уже в городской сад пойдем. Там какие-то... Да, вон там стоят машины, я вижу, Стёп. Вон туда прямо, есть красные флаги там. Тоже еще вот здесь ни цветов, ничего не посажено, потому что только второй день у нас тепло. До этого лежал снег, можно сказать. Снег выпал заново, сначала растаял, потом выпал заново. Было очень холодно. Вот мы приближаемся к машинам наконец-то. Ага, маленькие машинки тоже катаются. Хорошо. А то Степа бы меня не простил, чтобы не успели посмотреть на пожарные машины. Вот, начали мы смотреть сзади, уже здесь куча людей и лазают всякие. Маленькие дети и большие лазают. Что, полезем смотреть? Вон на ту. На ту? Ага. Пойдем. Давай, пошли. Такая пушка, да? Ну не бойся, вот сюда переступай, Стёп. Давай руку. Переступай. Туда пойдем, посмотрим, что там еще есть. Смотри, там еще стоп-кран какой, да? Да не, я тут. Посмотрел, как там? Пройди, посмотри дальше, как там. Там дальше еще одна такая. Ага. Вот у нас раритетная машина, да, здесь? Что тут у нас? Это по модели просто. О, тут тоже можно залезть. Сейчас я покажу ее. А я какой лошок? Подожди, ну здесь все очередь же. Мальчик посидит, и ты пойдешь. Вот еще какая, смотри, зеленая, это тоже пожарная. Видишь, раньше какая каска была и такими молоточками. На ту тоже пойдешь? На эту? Давай, залази. Еще на ту хочу. Мам! На какую? Мама. Вон на ту, вон. Ну на ту, ну сейчас посмотрим, везде полазим. Бибика не работает. Вот здесь про эти две машины раритетные написано. Можете приблизить, почитать. Вот тоже у нас такая раритетная машина здесь. Степка уже залез смотреть. Сегодня у нас влог ведет Степан, да? Вот внутри там как все устроено, насосы, видимо. На какую? Ну пойдем, на какую хочешь. Тут, наверное, не на все же можно. Давай. Тут пока Стёп взрослые.
взрослые дяденьки тут лазают на этой машинке. Ну что, пассажир, показывай, что тут у тебя еще есть. Какие рычаги. О, машинка туда, да? Это не моя. Ну, я знаю. Так, ну и вот сверху покажу, сколько здесь всего машин стоит. Какие они. В общем, мы рады, что мы пришли сюда, посмотрели машинки, везде полазили. Степка, что, тебе понравилось смотреть? А? Понравились машинки? Ну и хорошо. Ну что, будем прощаться? Спасибо, что смотрите нас. Ставьте лайк, пишите комментарии. И, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Сейчас появятся QR-коды наших социальных сетей. Если вы хотите поддержать канал «Семья Хомченко», вот QR-код нашего Сбербанка. Будем рады вам.